Всем мое почтение, дамы и господа, с вами Русик43, и сегодня мы поговорим об еще одной новинке патча 1.67, двукратном рекордсмене наземной техники War Thunder, британская САУ ПВ-4005. Расположена на 4 ранге ветки развития с боевым рейтингом 6.7 и обладающая самыми внушающими габаритами и столь же внушающим калибром орудий. Итак, давайте посмотрим, действительно ли эта САУ так внушает страх своим орудием и размером. Ну и начнем, пожалуй, с самого главного аргумента – орудий. Здесь на вооружении стоит 183-мм пушка QF-4L, в боекомплекте которой находится всего один вид снаряда – хэш, с бронепробитием 254 мм на любых расстояниях. Взрывчатки в этом снаряде аж 16 кг в тротиловом эквиваленте, который порой хватает для уничтожения двух близко стоящих танков. А про уничтожение отдельных единиц и говорить не стоит. И вроде все бы хорошо, но за такой крупный калибр пушки приходится чем-то пожертвовать. Здесь это скорость перезарядки. 35 секунд с экспертами — это не хухры-мухры, это очень долго. Обычные танки на этом ранге за это время успевают сделать 3, а то и 4 выстрела. Но и это еще не все. Не стоит забывать про хэш, у данного снаряда тоже есть свои минусы. Да, вроде отличное бронепробитие, но так как это по сути свой бронебойный фугас, то стрелять стоит таким боеприпасом в беру точно, потому как он хорошо звонится об всякие экраны, кусты, деревья и заборы. Тут, кстати, нам немного облегчает работу спаренный пулемет, который можно покосить кустики, ломать заборчики и самое главное помечать противников, ну или узнать, живой он или мертвый. Помимо орудия, танк известен своими размерами. ФВ-4005 даже выше Мауса, и это говорит нам, что мы являемся хорошей целью на поле боя. Спрятаться в ФВ довольно непросто, особенно на открытых картах, а надежды на броню нет, так как ею танк почти не обладает. Броня башни по кругу составляет всего 14 мм и защищает разве что только от мелкокалиберных пулеметов. Хотя и у такой брони тоже есть свои плюсы. На Бейре 6.7 самый популярный снаряд камерный, который очень плохо взводится об слабую броню. Куэй обладает наш рекордсмен. С броней корпуса все немного проще. Так как корпус достался от Центриона МК-3, то и броня нам тоже досталась от него. 76 мм ВЛД и НЛД. Броня бортов составляет где-то 50 мм плюс 1-мм экраны и катки. Броня кормы 38 мм плюс там есть небольшой ковш, который защищает еще 15-мм конструктивной броней. Помимо брони, нам достался и двигатель, из чего следует, что динамики у танка особой нет. Мало того, масса танка возросла. 650 лошадиных сил на 59 тонн говорит само за себя. Да и максимальная скорость не облещет, всего 28 км в час. С основными характеристиками вроде мы разобрались. И чтобы не было недоговоренности, пройдемся по всем плюсам и минусам нашего агрегата. Главным плюсом, конечно же, является орудие. 254 мм пробоя с 16 кг взрывчатками, любое попадание такого снаряда, если не убивает противника, то надолго выводит его из боя. Далее идет зум и баллистика. Кратность прицела позволяет без труда увидеть противника на больших расстояниях, а хорошая баллистика увеличивает шанс на попадание в танк на больших и средних дистанциях. Еще одним плюсом можно назвать поворот башни 17 градусов в секунду, хотя он ограничен всего по 45 градусов влево и вправо. Помимо скорости поворота, танк обладает и вполне себе хорошими углами склонения, от минус 7 до 15 градусов. Это все важные достоинства ФВ-4005. А теперь минусы. К основным минусам можно отнести отсутствие бронирования и очень долгая перезарядка орудия. Также сюда относятся внушительные габариты танка, малая максимальная скорость и плохая динамика. Это все основные минусы этого агрегата. Теперь поговорим о применении всего агрегата в игре. Исходя из всех вышеперечисленных минусов и плюсов, а также полученного мною опыта, можно с уверенностью говорить о засадной тактике, либо просто поддержке союзных танков. Но всегда стоит выбирать удобные позиции, где вас не достанет враг, пока вы на перезарядке. Вдобавок не брезгуйте и чаще оглядывайтесь по сторонам. Если пропустите хоть один танк в борт или корму, то скорее всего вы быстро проиграете, и не стоит забывать про специфичные хэш-боеприпасы. Если танк стоит бортом, то не спешите стрелять в экран или чисто в борт, так как из-за механики разлета осколков вы можете не забрать танк с одного выстрела. Особенно это часто заметно по таким танкам, как Королевский Тигр и ему подобным. Поэтому всегда старайтесь стрелять в фронтальную часть танка, для того, чтобы осколки охватывали большую часть экипажа.
На подрыв боеукладки тоже не стоит рассчитывать, потому как это та еще рулетка. Хотя после одного попадания редко какой танк будет способен вести ответный огонь по вам. И главное, помните всегда, этот танк не для нагиба, исключительно для фана. Хотя изредка будут проскакивать бои, где вы набьете 6 или более фрагов. Но такое случается довольно-таки редко, ибо динамика танка и скорость перезарядки орудия не дают вам разгуляться вдоволь. На этом у меня, ребята, все. Надеюсь, для вас данный обзор был полезен. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока!